Приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня небольшое видео о начале процесса. Хотела снять еще в самом начале, но как-то так увлеклась вышивкой этого набора. Это китайский набор Joy Sunday. Я заказала на AliExpress его. Ссылочка будет в правом верхнем углу на продавца. И вот такой вот уже получается у меня отшив. Несколько дней я его вышиваю. Я сейчас на даче. И вот такой вот получается кот. Это копия набора Овен рыжий. И как раз вот у нас тут котик такой, Марсик. Да, приходит к нам в гости. Это соседский кот, но он всегда голодный, потому что его прогоняет более сильный кот, который там у соседей есть, Кузя. Его бьет и не дает ему ни поесть, ни зайти во двор. Поэтому, вот, когда мы здесь летом находимся, он живет с нами. Он очень хороший, ласковый и добрый кот. Марсик его зовут. Очень хороший кот, очень ласковый. И вот всегда он со мной, вот ходит за мной следом, как собака. Вот отвлеклись мы от нашего отшива. Вот такая вот получается красота. Мне очень нравится сам процесс. Я очень довольна. Прошу прощения, наверное, вам слышен ветер. Сегодня очень ветрено на улице. Сегодня у нас 5 июля. Вот такой красавчик. Начала его вышивать 1 числа. С 1 июля. Вот полностью почти, да, подшит глаз. Вот под глазом еще осталось несколько незашитых мест. И хочу вам сказать, кто-то мне говорил, что сейчас часто в наборах Joy Sunday идут смещения крестиков, то есть рисунка смещения везде. Ну вот у меня в этом наборе есть малюсенькое-малюсенькое такое вот смещение. Вот вам покажу. Вот иголочкой показываю. Вот видите, даже это не четверть креста. Вот. Видите, это должна быть линия вот здесь. И вот крестики немножко поднялись вверх. Но это вот почему-то вот в этих, получается, двух квадратах. И все. Больше таких недочетов нигде нет, как видите. Вот покажу вам, все четко попадает. Каждый символ попадает в квадратик. Есть уже такие символы, которые я отшила полностью. Вот 29-й. Ниток осталось нормально, не впритык. Так что надеюсь, что и по остальным символам вопросов не будет. И покажу я вам уже отшитую работу немножечко позже. Вот наш Марсик, красавчик. Да, видите, у него на лице, на морде уже шрамы старые. Вот он такой худенький. Ну, немножко за лето отъедается. Жалко мне его очень. Такой хороший, добрый кот. Ну вот летом он живет с нами. Очень хороший. Ну вот, это все, что я вам хотела на сегодня показать. Желаю вам хорошего настроения и до скорых встреч на моем канале. Сниму обязательно
уже готовую работу и полностью уже тогда расскажу впечатление о этом наборе.